Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Бравл Старс. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас тут в ящичке новенькое. Монетки, так, Эль Прима, Нормуль и Дэрил. Ладно, хорошо. В общем так, смотрите, у меня появился новый герой Брок. Вы все, наверное, знаете, кто это такой, да? Парень с гранатометом. И также я получил из ящика Леона. Но я им пока не играю, ребят, потому что, ну, как-то не зашел он мне, к сожалению. И сегодня я буду проходить режимчик. Это бой с боссом, металлолом. Уже уровень у меня идет эксперт. Я вам скажу сразу, очень и очень сложно. Практически даже можно, невозможно его пройти. Я уже, наверное, раз 5 или 6 пробовал. И ничегошеньки у меня не получалось. Я играл Эль Прима, я играл... Так, Пенни я брал, я даже Нитой играл, и еще я пробовал Рика, и все безрезультатно. И вот сижу сейчас и думаю, кого бы взять на этот раз. Нужно брать обязательно Стрелка, я думаю, потому что там помимо босса еще есть маленькие такие роботики, которые периодически тебе мешают, и они довольно-таки злобные. Там есть и ближнего боя, и тоже Стрелки. Кого взять, ума не приложу, ребят, вот честно вам скажу. Эль Прима, конечно, хорошо справляется с малышней, я имею в виду, которых вызывает босс. Но зато с самим боссом рискованно играть, потому что он стреляется лазерами, он еще разбегается. И я, наверное, все-таки попробую опять взять Ниту. Или же взять Кольта. Давайте возьмем Кольта, попробуем поиграть им. Ну, не получится, возьмем кого-нибудь тогда другого. Но я его очень сильно хочу победить, потому что режим эксперт... Все, что было до этого, было довольно легко и просто. Два кольта у нас здесь. Ну что ж, давай посмотрим, хорошо. Хорошо, как у нас здесь это все будет выглядеть. Пока не знаю, ребят. Потом он будет психовать. Сейчас он пока Нормуль. Нормуль себя ведет. Тихо, спокойно, лояльно. Так, что он там, лазерами, да? Да-да-да, вот так, ребят, он стреляет. Причем каждый выстрел, если я не путаю... 1400 здоровья отнимает, представляете, да? Опс, тихо. Вон, ребята, и вышли роботы маленькие, которые будут периодически нам мешать. И чем меньше здоровья у босса, тем больше они будут выходить. Так, молодец, справился. Сейчас хочу, ребят, суперударом в босса зарядить. Так, давай попробуем. Вот так вот. Получилось. Воу-воу-воу-воу, тихо, отвали от меня. Стреляй, да? А нет, вот, ребята, вот это вот у него разбег такой. Под него желательно тоже не попадаться. Очень много здоровья отнимает. Стреляет, хорошо, а если я так? Ай, черт! Какой пиу-пиу-пиу, давай бомбим. Ну, я вам скажу, ребята. Тихо, на этот раз мы у него здоровье сносим более-менее прилично. Бежит, да? Бежит, конечно же бежит. Так, надо подсобить моим ребятулям, потому что я думаю, там, наверное, роботы вышли, нет? Нет, ребят, все пока чисто и спокойно. Стрелять будет. Так, у меня накопился суперудар. А вон там, ребята, и мелочь идет, я смотрю. Так, опять стрелять будет. Нет, разбежался он. Хорошо. Нормуль. Так, вон они, роботы, их нужно, ребята, сносить. Вот, босс злится. Теперь, конечно, будет все намного хуже, жестче. Так, надо помогать. Нельзя их тут, ребята, плодить. Иначе будет всем бобо. Оу, щет. Я попался, ребят, я попался. Мало того, что он меня догнал, сбил, так он меня еще звезданул. Вот не надо вот так вот на именно линии разбега стоять. Иначе это будет плохо, печально для всех. Черт, да что ж ты там, Кольт, делаешь-то, ё-моё. Да, ну в принципе, ребят, так, я ресаюсь. И я помогаю, конечно же, должен помогать своей команде, чтобы у нас все пошло хорошо. Воу-воу-воу, он стал быстрее, по-моему, бегать, если я не ошибаюсь, ребят. Минусанули, отлично. Так, куда он там двигается? Куда он там идет? Блин, еще один вышел робот, Стрелок. Так, ладно, хорошо, давай попробуем вот так вот. Молодец, выжил. Максимальное, что мы у него отнимали, ребят, это половину здоровья. Потом все, потом будет... Очень жестко стреляет, да? Увернуться надо! Я не успел, ребят. А, у нас успел рисануться. Хорошо, еще один кольт. Сейчас будет стрелять. Нет. Фух, повезло. Слушай, ты держись, парень, держись. Фанатик, ты не подставляйся. Опять сейчас будет... Опс!
Вот когда он так делает, лучше нафиг убегать. Потому что еще эти роботы. И дождаться, пока мы резанемся. Как только мы резаемся, можно будет его атаковать. Черт, он прицепился. За мной, что ли? Да, за мной, ребята. Раньше я от него спокойно убегал. Сейчас нифига не получается. Бежит. Нет? Так, хорошо, ладно. Ё-моё, ребят, смотри, что делает. Да куда ты, Кольт, лезешь-то так близко? Нафига ты это делаешь-то, ёпросто? Ты что, не можешь вот так вот издалека расстрелять? Тебе пушка-то для чего дана? Ну вот, ребята, о чем я вам говорил. Да выёживался, блин. Ёпросто, и меня подбили. Просто зажали. Вот сейчас будет жестко. Смотрите, ребята, они его просто и лазером добьют, да? Все по одной и той же программе идет, понимаете? Все по одной и той же, блин, сценарюхе. Я не знаю, как это назвать. Он всегда вот так вот делает. Я все равно попробую еще раз сыграть. Ну, только уже не Кольтом, блин. Хотя я вам скажу честно, что здоровье здесь у него намного быстрее мы отнимали, чем за какого-либо другого персонажа. Ну, давай попробую Эль Прима еще раз сыграть. Почему именно им? У него здоровья много, у него 15 ранг, соответственно, у него сила атаки очень здоровская. И, соответственно, у него здоровья очень много. Я попытаюсь. Обещать ничего и гарантировать тоже не буду, ребят. Придется мне все время рисковать возле него крутиться, потому что мне, естественно, только ближний бой доступен. Вот так это будет как-то происходить. Другого варианта я пока, ребят, не вижу. Так. Оу-оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо. Так, отходим. Я знаю, что... Он пока нормально себя чувствует, он не психует, не злится, не агрессирует. Товарищ по команде погиб. Вот он за мной вязался, я буду сейчас стрелять. А вон уже и роботы посыпались, ребят. Вот это было зря сделано, конечно, сейчас с моей стороны-то. И тихо. Ну, по крайней мере, видите, да? Он в меня стрельнул, не так много здоровья отнял. Разбегается. А что, товарищ по команде... А, вон он, только рисанулся. Хорошо, ладно. Так, Барли неплохо дает. Залпа. Что ты там делаешь? Разбегаешься, что ли, или что? Так, вот этих надо сносить, ребят. Иди сюда, блин. В ближнем бою-то я здесь сильнее их. В разы. Так, ага, прицепился. Сейчас я Барли тебе помогу. Я знаю, что ты в ближнем бою не особо хорош, поэтому приходится помогать, ребят. На то у нас и команда. Так, отвали. Зачем я вот это сейчас сделал? Блин, супер... Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, убегаем. Черт, ну естественно, стрелки, конечно же. Мне нужно здоровье, блин. Не хватило чуть-чуть. Слушайте, я надеюсь... Барли, убегай, лучше... Вот все, ребят, босс уже злится. Соответственно, будет сейчас бомбить, бегать в разы быстрее и лучше, чем было до этого. Так, сколько? 5 секунд осталось. Сейчас даже мне будет опасно к нему подходить. Понимаете, в чем дело? Ну, а как будто у меня есть выбор, да? Что он делает? Ага, стреляет, понятно. Отходим. Черт. Воу! Ну, я выжил. Так, за мной стрелок, ребят. Мы его снесли нафиг. Эть, под два лазера попал. Фух. Очень опасно, очень, ребят, опасно. Товарищ по команде пал. Ладно. Да зачем ты этот суперудар-то, ёпросто? Я сам себя подставляю, ребят. Когда прыгают туда, к нему, просто под раздачу попадаю, вот и все. Не надо так делать. Но с другой стороны, а как я могу это не делать, если у него, блин, суперудар автоматически активируется? Так, тихо. Что ты сейчас задумал, а? Бежит. Кольт, отходи, пожалуйста. Да ёпросто, вот этого хмыря надо уничтожить, ребят. Есть, отлично. Все-таки в ближнем бою у меня Эль Прима... Эй-э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 й
Ага. Правда, здоровья не осталось, ни шиша, ну. Ладно, хорошо, будем бегать дальше. Копить здоровье. Черт. Так, о, у него, ребята, уже немножечко здоровья. Пойду я вот этого грохну. Нафиг он тут не нужен нам. И вон того, пожалуй, стрелка тоже. Потому что они будут мешаться издалека. Стрелять по моим ребятулям, так скажем. Отвали от меня. Ну, здоровье у него уже в разы меньше. Это, кстати, рекорд, ребята, по нанесенному урону у нас. Это я вам точно говорю. Так, вот этот хмырь. Мне этого хмыря тут не хватало. Эй-эй-эй!
Фу, повезло, что я прыгнул в момент. Так, Барли, я тебе сейчас помогу, подожди. Подожди секунду. Сейчас. Справишься сам? Молодец. Красава ты, кстати, Барли, красава. Ну, что это там? Ё-моё, под раздачу попал. Подожди, я бегаю. Он прицепился, сейчас стрелять будет. Жук, а я увернулся. Так, слушай, надо вот этих уничтожать. Так, по команде товарищ у нас пал. Это кто? Барли, наверное, скорее всего, да? Потому что там Кольт стреляет. Оу, ё-моё! Убегаю, ребят, я пытаюсь убежать. Сейчас побежит, наверное, нет? Так, ну это так говно я уничтожу. Фух, аж поджилки трясутся, ребят. Резанулся, молодец, Барли. Умница. Так, нам нужен еще Кольт. Он идет за мной, да? Нет, он на Барли переключился. Епарасете! Кольт, малорик. Умница, сработал четенько. Я тебя прикрою. У меня, ребят, прыжок. Я его делаю. Все, я его отвлек. Малька. Отлично, кстати, отлично. Мы его сейчас поколбасили. Жесть какая, он за мной прицепился. Блин, улитка прицепилась ко мне какая-то. Так, бомбим. Да, у здоровья, конечно, у этих вот врагов уже мелких намного больше, чем было до этого. Опять он за мной прицепился. Блин, и колбасит, ты колбасит, а? Давай вот сюда, сейчас еще и лазер будет стрелять, ребят. Но не тут-то было. Блин, разок попал, ладно, хорошо. А что мне делать? Мне, ребят, вот так вот приходится отвлекать внимание на себя. Я же ближник, я не дальник. Хреново сейчас сделал, очень хреново. Могу поплатиться за это, могу поплатиться. Да слушай, стрелок, отвали нафиг. Давай. Есть, ребятули. Уровень эксперт пройден. Слушайте, хорошая команда у нас получилась. Я ими очень доволен. Очень горд, так скажем. Интересно, а какой дальше будет режим? Супер эксперт. Сейчас посмотрим. Оу, мастер. Слушай-ка, я даже... Я боюсь даже представить, что там может быть на этом мастере. Так, Пенни. И все, да, значит. Ладно, хорошо, я, в принципе, не возражаю. Слушайте, и хочется, и колется. Может быть, нам, ребят, поиграть в ограбление? Ну, хоть немножечко. И смотрите, два столкновения, да, опаленный камень и потасовка в Ракуоле. Не знаю, ребят, не хочу, честно говоря, туда идти. Вот, либо студеная пещера, либо перестрелка. Давай в перестрелку сыграем. Будем брать с вами мы здесь Пенни. Давай попробуем. Маленечко, ребят, поиграем. Фух, а то просто бегать от босса, я же даже немножко притомился. Так, кто у меня сам? Ага, понял. Он Барли, Эль Прима, отлично. В принципе, неплохая команда, должна зайти. А где они все? Ага. Ой, ненавижу я того паренька с динамитом. Смотри-ка, Эль Прима легко справился. Молодец, красава. Что он там делает? Он что-то делает. Он спрятался, ребят. Иди отсюда. Смотри, что происходит, ребят. Кого-то убили. Оу, гранатометчик здесь. Рок. Сейчас меня заколбасят. Угу. Так и получилось, ребят. А, так у нас здесь сейф. Ёлки ты палки. Слушай, я что-то попутал с поимкой. А у нас тут, ребята, сейф. Все, я понял. Черт, Барли, ты достал? Вот честно скажу. По сейфу бомбит прям, ребят. Прям вот по сейфу бомбит и все. Они специально здесь взяли всех вот этих вот с динамитами и так далее. На опережение гад бросал. Слушай, хреново у нас тут дело все идет. Так, погнал я, короче. Пенни. Я-то Пенни брал специально, ребят. Для чего? Для того, чтобы в кустах ныкаться и эту баллисту ставить. А тут совсем другой режим. Тут опять у нас про сейф. Угу. Хорошо, ладно. Я попытаюсь. Нет, я не успел. Короче, я лопухнулся, грубо говоря. Взял совсем не того персонажа. Не знал, что здесь у нас сейф. Хорошо, мы сейчас сделаем немножко по-другому. Здесь, раз у нас сейф, я возьму, пожалуй, Рика. Рика вроде бы меня пока не подводил. Но посмотрим, кто против нас будет. Ага, понял.
Все понятно, погнали. Надо защищать свой сейф. Ага, Барли там, значит, ныкается, да? Так, отлично. Ну, немножечко нанес урона. Так же, как, в принципе, и нам. Не без этого. Кто там, Пенни бегает, да? Уже не бегает. Так, погнали туда. Отлично, отлично было. Сколько? 52%? Блин, у меня, ребят, там камера стоит. Наверное, не видно, сколько процентов, да? На нашем сейфе. Так, ладно, этого сейчас уничтожим. Супер удар, конечно, зря потратили. Черт, подери. 42%. Зачем подставился? Я не знаю. Фигня это все, ребят. Мы должны добить. 34%, да? То есть дамаг наносим. Так что, Барли, здорово, родной. Ага, хорошо пошло. 25%. Нет, Пенни, ты уж извини. Отлично, ребят, выиграли мы здесь. Ну что же, Рика все-таки показал, да? На что он здесь способен, что он делает. Отлично. Так, осталось совсем чуть-чуть нам. Ну-ка, накопим, нет? Чуть-чуть не хватило. Хорошо, давай вместо ограбления поиграем в захват кристаллов. И возьмем... Ну, давайте за Леона сыграем. Так уж и быть, ребят. Так уж и быть. Сами видите, у него всего 4-й ранг. Сложновато мне им играть. Он выпускает какие-то там звездочки или рыбки. Я уже не помню, что такое. Вот. И у него специализация ульта — это становиться невидимкой. И избегать, соответственно, дамага. Так, тихо. Эльприма! Давай Эльприма ловить. Блин, вон он. Отлично, забомбили его. Так, Ниту. Слушай, а Нита-то тут крепкая, смотрю. Да, Дэрил. Кто-то говорил, ребята, что надо играть не на автобой, а на этом. Я бы с удовольствием, ребята, делал бы наведение, да? Но дело все в том, что я играю на эмуляторе, и это намного сложнее мне сделать. Я играл на мобиле, там как-то намного проще все вот это вот стрельбу делать и все. Здесь очень сложно с этим делом. И посмотрим, вы сказали, далеко я не уйду. Посмотрим, докуда я таким режимом уйду. Так, Мишка, вали отсюда. Ты нам здесь не нужен. Хорошо, так, Нита. Так, Нита. Там же у нас Эльприма, Дэрил. Дэрила уже не стало. Сколько у нас счет? Ребят, мне надо, наверное, камеру переместить, потому что никто нифига не видит. Я даже сам не вижу, какой у нас счет. И меня это не устраивает. Сейчас мы этот бой с вами сыграем. Я немножко камеру смещу. Надо ее вниз ставить. Ну, я так понимаю, гемы у нас. Да, 10 штук мы накопили. Уже идет отсчет. Теперь только удержать вот этот статус нам нужно. И будет все отлично. Так, Дэрил, отвали. Оп, Эльприма прыгает тут. Ху-ху. Так, он меня сейчас заколбасит, ребята. Не успел. Он не успел. Ну что же, что, я думаю, вот так вот будет намного лучше, да, внизу. Все, ребят, отлично, давайте выходим, посмотрим, что мы с вами получим. У нас должно, по идее, хватить сейчас на новый ящик, да? Отличненько, давай глянем, что нам из него выпадет. 24 монеты, так, Эльприма 5 силы и на Рика 8 силы. Ну, неплохо, кстати, я же еще не забрал ежедневочки. Так, заходим в магазин. Ежедневочки, где они? Ага, вот они, бесплатные. Так, 14 монет. Хм. 102 силы. 204, ребята, монеты. Блин, дороговато, конечно. Угу. Дороговато. Вот я не знаю, стоит ли тратить. Слушай, заманчиво, конечно, но... Да давай, наверное, потратим. Эльприма все-таки хорош, он стоит того, чтобы его, ребята... Ух ты, я его еще и проапать могу. Но сейчас, наверное, не хватит монет. Или же хватит, посмотрим. Так, давай-ка мы выберем Эльприма. Где он у нас? Сколько нужно? Оу, 480 монет. Не, нифига себе. Слушай, это жестко.
480 монет. Хорошо, будем копить с вами. Так, ну что, возьмем, наверное, мы с вами быстренько сыграем. Давай за Пока, а? Кстати, тоже, ребята, мне не очень хорошо им играть, непривычно как бы. Но надо учиться играть всеми персонажами. Есть, конечно, у меня свои любимчики, я не буду говорить, кто это, вы, наверное, сами догадались. Но развивать нужно всех, если честно. Оу, Леон у них. Понятно. Это надо, ребята, аккуратненько играть здесь. Так, 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 так. Шелли, Шелли. Шелли, почему Шелли, когда она Шерри? Или Шелли, она? Всех уже попутал, ребят. Даже героев с Resident Evil. Так, тихо. Мортис, иди. Так, кто это у нас, ага. Так, это была, блин, турель. Это была обманка. Кто там бомбит, я не могу понять. Надо немножко хильнуться. Там турель, блин. Сейчас заколбасит. Так, лечимся, лечимся. Да ты достала турель, блин, а? Ну, достал? Успел, молодец. Гемы отбираем. Так, Леон, иди отсюда, а? Блин, надо было его поймать. Чуть было не подбили меня. Что, мы накопили, да? Мы накопили, ребят, с вами 10 гемов. Отлично. Теперь просто тянем время, да и все. Никаких эксцессов. Снесли. О, Леончик пришел. Зря, конечно. Шелли на дорожку все-таки сшибанула, да? Но, тем не менее, мы с вами опять же выиграли. О, 5-й ранг получил у меня Покка. О, красота. Новый уровень, новый ранг и победа. У меня еще 500, ребята, жетончиков. Выходим. Так, что? Опа, хватает. Давай смотреть. 20 монет, отлично. Так, на Брока 6 силы и на Барли тоже 6 силы. И еще бонусные билеты на события. Блин, может быть, пойти, ребят, бомбануть босса попробовать, а? А что нам это дает? Вот мы бьем босса. И толк от этого. Так, у нас, по-моему, тут, ребята, ревард должен быть. Ага. 50 монет, 1100 очков. В принципе, это не так уж и много, я считаю. Ну, придется немножко позапариваться. Давай поиграем еще разочек с боссом. А? Давай посмотрим, насколько здесь будет жестко. Все-таки мастер, мастер-класс будем показывать сейчас. Все зависит, ребята, еще от команды. Кто у нас тут? Бул и Кольт. Черт подери. Да, он, ребят, наносит жесткий урон. Я уже это ощутил на себе, на своей шкуре. А, конечно же, за мной. Да иди ты в... Оп! А как он так сделал, ребят? Я чуть было не подставился. Тихо, отходим, 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 отходим. Стрелять будет сейчас. О, ничего себе! Это он так делает? Ребят, он теперь еще и гранаты. Снаряды какие-то выпускает. Такого не было. Я вам серьезно говорю, такого не было. Это новинка, ноу-хау у него какое-то. Зачем я сейчас сделал это? Зачем я вот сейчас это сделал? Зачем прыжок нужен был вообще? Идите отсюда, хламоны. Бомжи, достали уже. Их надо сносить. Их нельзя, ребята, оставлять в живых. Ни на секунду. Я имею в виду вот этих вот маленьких роботов, которые выходят. Иначе они будут копиться, копиться. И потом будет очень больно жестко. Они, если тебя поймают где-нибудь в уголке. Тихо, снаряд летит. Ёпрс, это я попал под снаряд, а. Опять ты прицепился ко мне, а. Сейчас что-то бомбанет, наверное, да? У меня мало здоровья, у меня мало здоровья. Повезло, круто мне повезло. Да ё-моё, прячься ты. Ты опупел, что ли, в меня-то все время... Даже если бы я спрятался, у меня бы снаряд, ребята, этот разнес бы в пух и прах, в клочья просто представь. Смотри, что делает. Он психует, он злится. Сейчас, наверное, будет жопа всем. Так, возвращение. Давай быстрее эти 5 секунд. Ну, не подставляйся, блин! Беги, 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 тяни, тяни время. Я тебя прикрою, если что. Есть. Фу. Так, вот этого хламана тоже надо убрать отсюда. С поля боя тут не нужен. И вон того тоже, конечно же. Отвали от кореша моего.
Так, опять стреляет, ты посмотри, а. Он вначале выбрасывает, а потом только показывается, что летит снаряд. Да валите вы нафиг отсюда. Упс, тебе не повезло, парень. Ребят, мне придется, наверное, заниматься чисто вот этими вот мелкими роботами. Такое впечатление почему-то складывается. Да отвали ты от меня. Хе-хе-хе. Опс, опс. Блин, добегался, ребят. Сам виноват, сам виноват я. Бул, как хочешь, выживай. Смотри за ним какой хвост. Ё-моё, сейчас разнесут. Лазер, да? Беги, 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 3 секунды. Продержись, парень. Фу, Эль Прима вышел. Давай помогу тебе, пацан. О, снаряд летит. Черт бы его побрал, охренеть. Он лютует, он не по-детски лютует. Да что так часто-то? Ребята, ребята, блин. Он очень жестким стал. Он стал просто невыносимым. У него сколько? Мы даже половину здоровья не отняли у него. Черт, он за Булом охотится. Побежит сейчас. Нет. Бул, ты зря так делаешь. Он нам не дает просто ни на секунду расслабиться. Ты посмотри. Он в меня стреляет этими боеголовками. И мне приходится бегать тут как сумасшедшему. Ты посмотри. Офигеть. Получил, гад, свое. Сейчас что-то, сейчас что-нибудь чуданет опять, нет? Да, он делает разбег. Я, ребят, короче, пошел этих уничтожать, гавриков. Отлично. Побежит, нет? Не бежит. У меня есть суперудар, я его буду ждать, применять, ребят, на этих, на мелких роботов. Это будет оптимальный вариант. Так, отходим, отходим, отходим. Опять бежит, опять бежит. Тихо, тихо, отходим. Ух, повезло сейчас. Не, я не буду, ребят, надо здоровье накопить, потом буду уже влазить в мордобой. Да куда ты прыгнул? Я хотел туда, ё-моё, блин. Пш. Ну давай вот этих вот разберем, попробуем разобрать. Ну, твою ж дивизию, не успел, Все, Бул, сейчас тебе хана, сейчас его прибьют. Его прибьют, наверное? Ну, это просто невозможно, ребят. Я не знаю, нет, конечно, это все возможно, но... Он... Просто выпускает снаряд за снарядом. Я не знаю, как здесь быть. Плюс еще эти хламоны постоянно, которые мешаются. В общем, жестко здесь все. Очень жестко. Фух, надо, ребят, сыграть в ограбление. Чуть-чуть. Нет, можно, конечно, было бы поиграть, может быть, в столкновение. Но вы прекрасно знаете, что у меня очень плохо это все получается. Давай возьмем вот потасовку. Да? Я возьму Эль Прима и попробуем. Так, нас тут 10 чувачков, да, будет. Каждый, блин, сам за себя. Попробуем, попробуем. У меня и в паре-то хреново, ребят, получается. Не то, что в команде. Так, Бул. У меня вот против стрелков почему-то очень хреново получается выживать здесь. Бомбят они не по-детски. Бул имеет, вы знаете, ребят, суперудар, который сбивает всех. Но если он пойдет, конечно, в желтую, в зеленую эту зону, ядовитую, это будет хреново. Я смотрю, тут еще и Барли где-то есть, тусуется, да? Тусуется Барли где-то. Каждый выживает как может. Ой, блин, у меня очень мало, ребята, силы. Воу-воу-воу-воу, Барли снесли. Вот Шелли что и делает. Я вот сюда спрячусь. В закуток, так скажем. Все равно очень мало, ребят, у меня этих фишек. Здоровье 8000. Никуда не годится. Так, он идет Бул. Можно, в принципе, его дождаться. Но он наверняка идет с суперударом. Наверняка. Проверим. Кто? Блин, два бойца, ребят, осталось. Он меня атакует. Оу, щит, а как он так интересно, блин? Прям у него наведение. Охренеть идет, блин. Читер хренов, блин. Ладно, фиг с ним. Выходим. Да не надо мне никого пока сейчас. Я... Ага. Ящик. Давай посмотрим. Шелли Эль Прима. Нормуль. Так, это у нас была потасовка в Рукуоле, да? Давай посмотрим, что у нас такой опаленный камень.
Опаленный камень. Тоже одиночное возьму. Поехали, посмотрим. Опаленный камень. Каждый сам за себя. Ну, это понятно. Погнали. Да-да-да-да-да. Давай, бомби. Бомби, я и заберу его. Ну, отнимай. Стоит, хорошо. Давай постоим. Упс. А что там за взрыв-то такой был? Оу. Я вспомнил, ребят. Эти метеориты, блин. Да-да-да-да-да. Вот он, значит, что такое опаленный, блин, камень. Так, отлично, спасибо большое. Спасибо большое. Так, слушай, ты не припухла ли, а? Стерва. Смотри, прям в меня попадает. Хорошо, давай мы так же сделаем. А что мы так же сделаем? У меня, ребят, ближний бой. Ближний бой. Так, я понял. Опа, Эль Прима тут прячется. Ну тут мне хана, ребят, забомбили. Не, я не буду, наверное, смотреть, кто тут выиграет или не выиграет. Время зря тратить не хочу. Зашел, да? Называется, в кусты, блин, а там Эль Прима стоит. А у меня еще и здоровья было мало. Да не буду я никого пока брать. Да, на самом деле, в этих режимах мне очень сложно играть. Тем более Эль Прима. Да там любым. Кстати, я еще могу 88 бонусов получить. Для меня это прилично, так что поехали в ограбление, сыграем. Режимов, конечно, маловато у нас, да, здесь? Хотелось бы что-нибудь побольше, получше. Ограбление, кого возьмем? Возьмем, наверное... Эль Прима! Давай возьмем Эль Прима. Здесь он, конечно, не особо хорошо заходит, если много стрелков. Но зато, если он попадет туда в зону, сундучку не поздоровится. Поехали. Так, у нас Рок, у нас Бу. Угу. Погнали. Блин, погнали, смотрю на Рока и бегу. Так, вот этого не надо, парни, сюда подпускать. Сразу вам говорю. Так, ну у него здоровье поменьше будет. Так что мы должны его нахлобучить. Он там что-то делает, что-то пытается убежать куда-то. Как видите, у него ничего не получилось. Мы проходим сюда дальше. Ага, ага. Ага. Наносим, наносим урон. Отлично, 66% уже нанесли, погнали далее. Так. Понял, они, ребят, суперударами хотят, знаешь, заколбасить. Поехали тогда в ответку делать, а что делать? Выбора все равно нету. Давай, здесь будем подлавливать. Да ё-моё, здоровья нету, не хватило. Фух. Я вперед, у меня, ребят, есть суперудар. Попробую, конечно. Попробовал, блин. Девять процентов осталось у нас. 9. Ничтожно мало. Причем наши уже полегли все, да? Погнали. Так, иди сюда, Ахламон. Давай, 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 давай. 2%, ребята, ну, стреляйте вы сейф-то, ё-моё. Есть, молодцы, умницы, красотули. Других слов нету. Отлично сыграли, было очень рискованно. 9% на нашем сейфе оставалось. И, как видите, все у нас получилось. Ну что, ребятуль, наверное, будем закругляться, да, на сегодня. Впереди еще много чего интересного у нас. Так что, надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы с вами закругляемся. Всем пока, всем удачи.